Что ж, всем привет, ребята! Флоп Флоп Рой. Сегодня мы будем играть в SkyWars на сервере Crystalix. Что ж, поехали! Зачем я это сказал? Ладно. Что ж, вот SkyWars. Нажмем сервер онлайн. Вот второй сервер. Как нам повезло? Извините, что проглючит. Но бывает так. Потому что у меня играю на ноутбуке. Так что. О, хороший сервер. Я его люблю. Вот подвисает немножко. Это плохо. Ничего, сейчас все пройдет, наверное. Я так думаю. Думаю, но, возможно, ничего не будет. Так. Три игрока требуется. Два уже. О, все. Что ж, мы сейчас начнем играть. Я думаю, мы сегодня сыграем 4-5 раз. Надеюсь, не проиграем. Я так думаю. Надеюсь. И думаю. Ой. Если бы до спауна дойти первыми. Но думаю, у нас этого не получится. Наверное. Итак, что ж. Начинаем. Да. Начинаем. Думал, сейчас еще какой-то чувак вышел. Так, подвисает. Это плохо. Очень плохо. Так, берем всякое. Всякое. Так, ложим это сюда, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда, это сюда. Так, второй надо обыскать. Второй. Ой, что это темненько все. О, ребята, нам повезло. Берем, кирка у нас есть. Топорик возьмем. Ну и все. А, и коблстоун. Да, коблстоун возьмем. Так, снимаем это. Одеваем это. Так, где бы еще взять, где бы еще взять железо? Железо. Вот железо. Ну, сможем сделать нормальный железный меч. Нет! Ой-ой-ой-ой. А вот это было так тупо. Ну что ж, не будем печалиться. Сделаем лопату, чтобы отбиваться. Да не, я шучу, что-то придумаем. Как-то. Возьмем уголек. Дерево. Оно понадобится. Ой-ой-ой, я уже чуть не пересрал. Чуть не упали. Ну что ж, ничего. Так, никто ничего не хочет? Нет, никого нету. Оба-на. Оба-на. Ага, вот ты где. А я ж бьюсь. Ай-яй-яй. Вот это незадача, не заметил. Ах. Ну что ж, ничего. Не печалимся. О, прыгай. Прыгай. Ну что, сейчас пролагает. Начнем после того, как пролагает. Ну что ж, все, начинаем. У меня немного пролагало. И требуется 4 игрока. Ну, уже когда начнется игра. А, не, вот уже начинается. Через 10 секунд. А, покинул. О, все, прекрасно. Так, сейчас главное не повторить то, что мы в прошлый раз повторили. Так, что ж. О, хорошо. Ай, сапожки зачем я взял? У меня бывает такое, что я вообще не знаю, что беру. Главное все взять. О, хорошо. Так. А теперь главное быстренько все одеть, чтобы на нас никто не напал. Так, это положим сюда, это сюда. Сюда, это сюда.
Так, сейчас сделаем железный меч. Меч железный. Главное не уронить железо. Так, он что? Ага, у него алмазное все. Ах ты же зараза какая. Ой, что это? Так, берем железо, железо взяли. Взяли, все, взяли. Все хорошо. Он, наверное, хочет ко мне прийти. Потому что он видел, что у меня так себе бронька. Значит, хочет меня, наверное, убить. Вон уже готовится. Готовится. Ага. У нас нету ли это удочки? Удочка, удочка, удочка. Удочки у нас нету. Печально, да как? Это же так печально. А вон еще лезет. Какая наглая рожа. Какой он наглый. Я его встречу тут. Ух ты ж наглая рожа ты. Ну, печально. Очень даже печально. Ну, что ж, ребята. Если вам понравилось это... Ой. Если вам понравилось это видео, извините, что лагало. И лагает сейчас. Ну, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну что ж, и всем удачи, пока!